Всем привет! Вы на канале Бункер Фолча, с вами, как обычно, Павел, а сегодня мы с вами продолжаем проходить игру под названием Silent Hill 2 Remake. Оригинал, если вдруг кто не в курсе, есть прохождение на канале, так что вы можете его и в любой момент посмотреть, прохождение оригинала, а это у нас ремейк, и игрушка прям вообще огонь. Она, во-первых, в меру криповая, она в меру с скримерами, причем она реально ремейк, это не какой-то ремастер. Короче, я в восторге от этой игры и буду ее проходить и, наверное, не один раз, а учитывая то, что новости есть, что будет и озвучка рано или поздно от Games Voice для Silent Hill 2, то есть мы ее еще и пройдем, в русской озвучке, когда она уже выйдет. В общем, как-то так. Ладненько, ребятушки. А, еще из новостей сразу же скажу, что у нас появился, у нас, как и у тебя, и у меня, у нас с тобой появился теперь новый канал на ВК-видео, так что подписывайтесь туда, там можно смотреть видосики, так же, как и на Ютубе. На Ютубе просто все тормозит, а на ВК видео получается, не play live, а именно видео, там все нормально работает, ничего не тормозит, видео выходит точно так же, как и на Ютубе. В общем, можно смотреть и шорцы, и основные видосики там. Приходите, подписывайтесь в сообщество, вступайте, не забывайте. Ну что ж, в прошлый раз мы остановились на том, что нам надо было решить вот эту головоломку с часами, потому что я стрелки все собрал, теперь осталось только сделать это. Давайте на весь экран сразу игрушечку. Опа, весь экран есть, погнали, погнали решать головоломку. Погнали решать головоломку. Вот. Подожди, а нам в стрелка у нас должна быть то ли на 2, наверное, на 2. Мне кажется, на 2. Вот это должна быть на 2. Вот так вот. Я же прав? Ну, ничего не тыкается, подожди. А что делать теперь? Так, подожди, подожди. Я загадку решил, а что делать-то теперь? Так, подожди, подожди. Что-то я немножко это затупил. А здесь качели я решил. А здесь буква Г. А, мне же в 208 еще этот нужно идти. У меня ключ от 208, я и забыл совсем. Ну, погнали. Погнали, 208. Я просто думал, что... Блин, опять это напряжение пошло. Я думал просто, что здесь... Кстати, 202, кстати, тоже у меня двери закрыты. А, нет, подожди, 202. Я там был? Да нет, я сюда не заходил. Здесь же закрыто. А, это может быть сейчас из-за стрелок открылось? Пойди. Ну мне явно сюда. Типа осмотреть, вон какой-то жук висит, вижу. И дофига мотыльков летает, я понял. Большой мотыль, короче. Так. Ага, ну пройти я вижу уже как. Так, это что такое? Это очередная загадка. Луна и какой-то квадратик. Черепок с кружком. И кружок с черепком. А, это минус черепок. Здесь луна минус квадратик. Черепок плюс квадратик. Квадратик минус черепок. Хе-хе, прикольно. Теперь понять бы еще, что это значит. Ну ладно. Так, хорошо. Здесь чего? Здорово. Кружок. Ты кружок? Не похоже. Возможно, это подсказка, но не похоже пока. Так, ладно, подожди, здесь. А есть отличия какие-нибудь? Подожди, подожди. А отличия есть какие-нибудь? Разве что может быть цветом только отличие?
А, этот... Во, смотри, луна. Ой, в смысле месяц. Подожди. Это... Черепки, наверное, те два, это луна. Так, подожди. Так, подожди. Здесь 4. 4 минус... Что это? Единица, может быть? Так, подожди, хорошо. Вот здесь подсказка. А, черепок, вот смотри. Это черепок. Здесь их 3. Ага, 3. Так, подожди. Это я понял, подожди. А что такое вот эти вот, либо квадратик, либо кружок с точечкой, что это значит? То есть здесь 4 минус 1, ну, допустим, 3, да. Вот, здесь у нас 3 плюс 1, получается 4. Вот, 4. А здесь 1 минус 3. Допустим, 2. Нет. Нет, что-то неправильно. Пока не пойму, что такое. А, я понял. Или я не понял. Я теперь понял. Нам надо сначала туда, чтобы решить эту загадку. Я понял. Давай. Сначала нам надо сюда, чтобы решить эту загадку. Блин, нос чешется, прикинь. Так, хорошо. Не, ну я примерно понял. Фига, сколько здесь этих мотылёв летает. Я как бы не сильно насекомых боюсь, но, блин, такие огромные, противные, страшные. Хе, это противные. Это... Я же прав? Кажется, я догадался, что нужно сделать. Ну-ка, давай еще раз посмотрим. Если по кругу вот так вот пройтись, то есть луна минус 1, то есть здесь 3. Я же правильно понимаю? Вот, видишь, вот этих вот как бы месяцев, их 4. Значит, минус 1. Здесь 2 глаза. Хорошо. Здесь тоже 2 глаза. Подожди, а здесь смотри. Здесь черепок и 2 луны. Ой, ну в смысле месяца. Так, подожди, а там тогда... Здесь теперь можно вот через эту дырочку смотреть. Через дырочку можно смотреть. Здесь черепок и 2 тоже. 2 месяца. Допустим, первая цифра у нас будет просто 4, да? Но здесь опять же минус, вот, то есть 4 минус сколько-то, а сколько-то это сколько? Пока непонятно, подожди. Так, здесь больше ничего не крутится, ничего не нажимается. Так, хорошо. Ну вот смотри, вот допустим, вот этих 3 штуки, да? Может быть минус 2, тогда двойка должна быть. Если по количеству считать, тогда двойка, хорошо. Второй у нас черепок плюс. Черепок и плюс... Черепок и плюс еще 2. Как бы здесь рядом с ним двое.
Или нет? Тут не совсем понятно, смотри. Этот черепок, это означает, в смысле, на этой картине их трое, да? И это тройка. Или то, что черепок один, это единица. Ладно, давай будем отталкиваться от того, что у нас есть. У нас есть просто здесь четверка. Чисто попробуем. Вот, здесь четверка. Здесь у нас получается... здесь у нас тройка плюс что-то. Тройка плюс что-то. А почему тройка? Единица плюс тройка, наверное. Единица плюс тройка у нас 4 тоже, опять же. Так, а здесь получается... Что-то непонятно. Что-то непонятно. Знаешь, что? Знаешь, что непонятно? Непонятно, потому что здесь вот, смотри. Один черепок плюс, допустим, двойка. Хорошо. Один черепок плюс двойка. Это получается тройка. Вот. Там у нас двойка минус один. То есть получается единица. А вот здесь тогда что? Здесь просто четверка у нас получается так же, да? Здесь еще непонятно, какой из них первый. И зачем вот эти тоже здесь лежат? Один на кресле, один здесь. Может быть, я не в той последовательности пытаюсь это решить. Есть какие-то еще подсказки? Может быть, картину как-то можно сдвинуть или в обратную сторону. Ну, давай в обратную, допустим. 1, 3, 4, допустим, да? Нет, неправильно. Просто у четверки минус что-то. Но у четверки здесь ничего минуса нельзя сделать. Потому что ничего нет. Не, ну можно, конечно, минус 1 сделать или минус 2, то, что они разбросаны. Ну давай минус 2, допустим. А, то здесь 2, а здесь 1. Нет. Блин, я не понимаю, подожди. Ну давай тогда вот так попробуем. Мне кажется, все-таки, ну давай. Хорошо, давай методом тыка попробуем. Ладно, давай методом тыка. Но эту загадку. Это не работает. А, нет, подожди, неправильно пошел. Надо с последнего начать. Тут как бы не сложно, потому что здесь их мало. Ладно, скорее всего, мне придется это вырезать. Капец! Опять. Короче, 373 получается. То есть все-таки 300, значит, тройка, 7, получается семерка, вот этот черепок, плюс что-то еще. То есть 3 плюс 4, что ли, нужно было сделать? Ничего не понял, ладно. Ничего не понял, пошли вперед. Короче, взломал я эту фигурину. Я нигде не подсматривал, не подглядывал. Я именно перебором, взломом это все сделал. Так что да, так тоже можно, но это время. Это время, непонятная загадка, я не понял. Я не понял условий, поэтому так получилось. Опять он сует руки. Опять он сует руки, куда ни попадя. А? Блин, третий раз. Третий раз какое-то говно суем руки. А, секундная стрела, серьезно? А, нормально, секундная стрела. Ладно.
Секунда, стой. Кажись, это был пирамидоголовый. Кстати говоря, пирамидоголовый. Он где-то сюда прошел. Так, он куда-то сюда подошел. Подожди, а мне же нужно было сходить в 208-й. Пойдем сначала в 208-й сгоняем. Здесь же все закрыто, да? Сгоняем, короче... Блин, чешется. В 208-й, короче, сгоняем. Ты же не встанешь? Нет, ты, по-моему, мертвый. Сгоняем в 208-й, посмотрим, что в 208-й. Возможно, оружие новое нам дадут. Я надеюсь. Так, вот. Мне по прямой и будет 208-й. Все, погнали. Это что сейчас было? Он прилег? Он стоял. Мне показалось, он, по-моему, стоял. Просто завалился. Ты так не делай. Ты так больше не делай. Ты так больше не вставай. То это жесть. Так, вот, 208-й. Да ты издеваешься. А что за фигня? 208-й, у меня же был ключ. Подожди. Так, ну подожди, это личное, это понял, да, снаряжение. Так, лечение, так это понятно, важное. Это просто тупо заметки. Я что, зазря сюда прибежал? Тьфу ты, блин. Или, может быть, я этот ключ 208-го использовал в... Да что-то непонятно. По-моему, я здесь его находил. Ладно. Ладно, враги, по крайней мере, не оживают. Это у меня уже радует. Ха, враги не оживают, уже все как бы хорошо, все нормально. Погнали. Ладно, пошли смотреть, куда там пирамид по голову ушел. Я, между прочим, загадку почти решил. У меня секунды осталось. Блин, он дверь закрыл. Здрасте, мадам. А вас, по-моему, не было. Их, по-моему, здесь не было. Так, пирамида голова. Ты мне что, дверь закрыл, а? Ты чего мне дверь закрыл? Он реально дверь закрыл? А, он сломал дверь. Ни хрена себе он тут вынес. Это было закрыто. Он нифига себе тут сломал, блин. Так, опа, фотка. Четвертая. Да, действительно, четвертая, прочитать. А как летит время? Действительно. 11. Так, у меня их уже 4. А, у меня странных фото 4. А, как летит время? А, одно из вместе навсегда. Скромное начало карьеры. День Святого Валентина. Ну, цифры явно для чего-то нужны. Возможно, для какого-то пароля. Точно, смотри, он здесь прошел со своим тесаком. Ни хрена он борозду какую сделал. Я только сейчас заметил борозду эту. Охренеть. Ха. Так, ладно, давай сохраняшку сделаем. Все-таки сделали много достаточно. Сейчас еще загадку последнюю разгадаем. Ну, имеется в виду с часами. Так, блин, а с секундной будет сложнее. Так. А фиг это. Здесь чисто перебором я сделал. Так, все. Да ладно, ты хочешь сказать, что где-то еще открылись двери какие-то? Блин, по-моему, часы должны были отъехать, разве нет?
В оригинале, по-моему, часы отъезжали. Так, давай еще раз сохранимся. Что-то как-то странно, мне кажется. По-моему, часы должны были отъехать. Они не отъехали. Так, ладно, давай смотреть тогда. Может быть, где-то что-то я упустил. В 202-м кодовый замок я разрешил. Здесь я был. Здесь я тоже был. Здесь у меня везде галочки. Ну, пошли за пирамидоголовым тогда. Вариантов-то нет. А закрыто, он закрылся. Ты издеваешься? Так, давай так. Генри страшен... страшен кот. Скот. Генри. Он спрятался... Спешит. Спрятаться спешит Скот. Ни часа не теряя, на запад он бежит. На запад. Когда? Скот лежит ничком, не видит, что все ниже спускается, и Милдред с каждой минутой ближе. Вообще не очевидная для меня подсказка, если честно. Может, что-то еще потыкать надо? Нет? Не, ну здесь я правильно сделал, иначе бы оно вообще ничего бы не сказало бы. Погоди, а что мне делать-то? Алло. Алло, а что делать-то? О, кстати. Серьезно, я здесь пропустил патроны. Так, сколько у меня? У меня, кстати, патронов достаточно много. 4 обоим, тоже неплохо. Может, что-то здесь открылось? Ранее открывались двери. То есть туда я выйти не могу. Здесь у меня все закрыто. Я могу только обратно пойти или на лестницу вниз куда-нибудь. Так, хорошо, подожди. Здесь у меня... Радио у меня сделано. Здесь все тоже галочками проставлено. На первом этаже. А, у меня на первый этаж мне нужно вернуться. У меня на первом этаже буква S была. Вот сейчас она, по идее, должна открыться. Все, я тебя понял. Ну так бы и сразу сказали. Так бы и сразу сказали, что на первый этаж надо. Фига он здесь и по стенам прошелся. Все поломал. Ладно, погнали вниз. Так, единственное, я только не помню, куда мне. Мне налево получается. Вот сюда. Хорошо. То есть, получается, вот эта дверь должна была открыть. Да, точно. Вот это, по идее, мне осталось неоткрытое. Сюда и надо было. Все, я понял. Красавец, ни хрена ты. Серьёзно, иди ты на... Я помню первый бой с тобой. Тут смысл в тебя стрелять вообще ноль. От тебя тут бегать надо. Я же прав? Блин, я столько патронов накопил, я не хочу их тратить сейчас на тебя. Иди ты в пень, а? Ну он идёт. Он идёт, блин. Ладно. Блин! Вот это я дурачок. Вот это я нифига ж себе. Ладно, будем бегать, не знаю, что делать. Я думаю, ему надоест самому за мной. Блин, ты что ломаешь, алло? Иди ты нафиг, а? Он что-то делает, он что-то кидает, он что-то ломает там. Он клетки ломает, да ладно. А ты что такой быстрый? Слышь, другалек, ты что такой быстрый? Охренеть, он нифига быстро ходит, достаточно. Блин, он опять сломал. Все понятно, надо клетки все переломать. Чтобы он психанул, все клетки начал ломать. Во-во-во, я про это и говорю.
Куда иди сюда. Сейчас психаню. Опять психанул. Да, психует. Блин, а ему не действительно не нравится. Так, сломал, так я понял. Слушай, Другалёв, ну я что сделал? Вот такое дело. Ты за мной не поспеваешь. Да блин, ты что такой быстрый? Иди в пень. А, он куда пошел вообще? Блин, он еще одну сломал. Так, последняя осталась. Так, бежим. Так, да. А все, не догонишь, ты дурачок. Да. Блин, он все, он последний сломал. Слышь, что, а что мне с тобой делать-то, а? Опа, а я увернулся, ты прикинь? А я могу уворачиваться от тебя, да? Ну-ка, давай. И, да, и... Опа! Я Dark Souls проходил, точнее, Demon Souls. Я... Ты что делаешь? Я Demon Souls проходил. Я Elden Ring прошел. Иди ты нахрен, а? Блин, а что мне с тобой делать-то? Блин, а что мне с ним делать, а? Иди нахрен отсюда. Твое время закончилось, понял, да? Охренеть, он за мной носился. Да-да-да, иди отсюда нахрен. Красавец прям, вообще мужчина, блин. Идет, не видит препятствий вообще. Идет к цели к своей. К успеху. Испытание пройдено. Выбраться из жилого комплекса Бро Крик. Во, да? Выбрались. Я только, получается, хпшку потратил. Я патроны не потратил вообще. Я просто от него бегал, уворачивался. А, ну и все. Обратно выбрались. Ну, как бы не совсем настоящий мир, но более настоящий, нежели тот ржавый. По крайней мере, пирамиды голового здесь не будет, и эти монстры взрываться не будут кислотой. Опа, здорово. Я знал, что все-таки в машине наконец-то будет что-то. Будет что-то валяться, это хорошо. Блин, так тихо вообще. Реально тихо. Фига тут рисунки. Не, красиво, кстати, нарисован. Фига себе. Ну-ка, давай, скриншотик. Скриншотик сделаю тоже. А мне вообще куда? Мне просто гулять, да? А, Бро Крик, я уже в него не пойду, мне не надо. Тогда мне, получается, налево надо, да? Или все-таки можно сюда зайти? Фиг-то там. Там я уже был. Ладно, погнали. Патрушки, хорошо, спасибо. Еще 4 патрона. Подожди, а в той машине, может, что-нибудь валяется? Ну-ка, давай посмотрим. Блин, а здесь ничего. Нету ничего. Надо, короче, машины проверять, я понял. Так, туда мне тоже не надо. Здесь что? У меня уже, кстати, достижение было по то, что я ломал постоянно стекла здесь. По-моему, на первом стриме я это достижение получил. А может и... Опа. Девчонка, я помню ее. В оригинале была, помню. Вредная, противная. Ключ отопнула. Эй! Эй! Это была ты, да?
You're the one who stepped on my hand. А ты мне на руку наступила. Может быть. А ты что такая вредная? Like что ты вообще делает маленькая девочка? No. Не знаю. А что ты делает взрослый дурак? Ты что такая злая-то? Эй, это невежливо. Да, действительно. Тебе родители не учили хорошим манерам? Что там у тебя? Не твое дело. Бизнес. Ты никогда не любил Мэри. В смысле, что? Стой. Фигаш себе, вот это заявление. Откуда ты знаешь ее имя? Вот это нифига себе заявление, блин. Ты никогда не любил Мэри. Ха. Ладно. Так, ясно, понятно, хорошо. У нас еще и... Да блин, что подлагивать, игра стала. Хотя FPS вроде нормально. Так, сюда можно зайти? Нет, нельзя. Нет, что-то реально подлагивать начало. Ты что дергаешься? Алло, игра. Ха. Что не так-то? Да вроде все нормально. Может быть, конечно, это подлагивает из-за винта. Хотя нет, не должно, по идее. Может, из-за проца. С другой стороны, тоже не должно. Так, мне куда? Туда. Во, подлагивать перестало. А, это мы, по-моему, в парк пришли. Точно. Да блин, хватит подлагивать. Алло, игра, что тобой не так? Ну давай, ща пролагается, погоди, посмотрим. Но в статике вроде... Вроде нормально. Хрен пойми. Хрен пойми, что-то подлагивает немного. Да, да, парк Роузвилл. Здесь, по-моему, что-то надо было откопать в оригинале. Что-то закопать, перекопать. Выкопать. По-моему, мы... Да блин, да серьезно, а что случилось-то с игрой? Алло. Опа. Шприц. Уже 4. Ну, шприц, я так понимаю, он полностью хп-шку восстанавливает. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны... Надо их поэкономить, шприцы. Блин, мне не нравится, что-то она реально подлагивает игру. Что с тобой, игра? Почему ты стала подлагивать? Да блин... Ты серьезно? Сейчас попробуем, подожди. Сейчас запись остановлю и попробую запустить заново. Так, ну вроде лучше стало, не знаю, точно или не точно, но я вижу, небольшие подергивания все-таки есть. Хрен узнает почему. Так, прочитать. Добро пожаловать в Silent Hill. Здесь у озера всегда тихо и спокойно. Мы всегда рады гостям. Забудьте про рабочие задачи и позвольте себе полноценно отдохнуть. Среди величественных гор разбросанные уютные домики, а закаты на озере Талука поражают переливами неземных красот. Silent Hill не оставит вас равнодушными и наполнит сердце спокойствием. Мы точно знаем, визит в Silent Hill будет удачным и оставит о себе воспоминания на всю жизнь. Красиво сказано. Красиво сказано, прикольная. Прикольная рекламка, прикольная брошюрка. Так. Давай уж тогда сразу здесь пробежимся. Мало ли же здесь что-нибудь валяется. Где-нибудь пропущу что-нибудь. А не хотелось бы ничего пропускать. Мне кажется, это локация такая подлагивающая. This is it. Я пришел. Мэри, неужели ты правда здесь? А вот сейчас мы и узнаем, здесь она или не здесь. Опа, патрушки. Нормальные патроны, кстати, нахожу там. У меня уже почти 40 патронов в запасе. 4, почти 5 обоим. Опа, это что такое? Прочитать. Патрик Честер, сын Эдварда, сражался и умер за народ, за свободу, за наше общее будущее. Память о нем жива. Как бы да, если... А что у него? Ха, у него и у коня, и у него самого головы нет. Вот так вот. Вот так вот они помнят свою память. Вот так вот.
А я помню это место. Я знаю сейчас, что будет. А я знаю, что сейчас будет. Кажется. Не факт. Может будет, может нет. Не знаю. Посмотрим. Да блин, подлагивать перестань, игра, бляха. Что происходит? Во, лагать перестало. По-моему, с парком что-то не то. Опа, подожди, что? Нажать можно. Здрасте. Здрасте. И что это? Два мужика без голов здороваться. Я не уверен, мне туда идти, не туда. Здесь, может, что-нибудь валяется, лежит интересно. Опа, 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 что-то написано. В память о 67 людях, что стали жертвой болезни и спят теперь на дне озера. На дне? Почему на дне? Что с этими людьми произошло? Так, закрыто пока что. Ну, все ясно. Мне, короче, надо на тот пирс идти. Ну, вот на ту дорожку. Блин. Вроде FPS-ов много, а игра подергивается. Вот мне вот... Я же говорил. А вот и... Мэри? Это не ты. Я похожа на твою девушку? Нет, на жену. Она умерла. Невероятно, лицо, голос. Ты как будто... Меня зовут Мария. И на привидение не похожа, так ведь? Видишь? Прости, я обознался. Эй! Ты куда? Я должен найти Мэри. Ты же сказал, что она умерла. А. Да, 3 года назад. Просто мне пришло от нее письмо. Письмо? Понимаю, как это звучит. Тише, все хорошо. И что было в письме? Что? Что она меня и ждет. В нашем особом месте. И оно здесь. Я ее не видел. У вас было только одно место? Я уже сам не знаю. Было еще какое-то, но я никак не могу... Эй! Кажется, я знаю. Ну, тут есть неподалеку, есть одно место. Что за место? Место, которое любят парочки. Интересно это как. Если хочешь, я тебе покажу. Или у тебя другие дела? Другие планы? Эй, ну ты что? Я же просто шучу. Пойдем, нам туда. Фига она заигрывает. Ты пойдешь со мной? Можно просто скажешь? Где? Ты что, хочешь меня тут бросить? Я одну, когда вокруг бродят такие твари? Нет, просто...
Нифига себе, на понт взяла. Это потому, что я напоминаю тебе ее? Ну, как бы да. Ты любил ее, да? Ладно. Пошли. So it's okay. Yeah. Да. Блин, странная встреча, честно говоря. Странная встреча, странная заставка. Ну, а в оригинале она примерно такой же и была. Так что да. Короче, Мэри, Мария, как бы, ну, понятно. Машка, короче. Хе, Машка. Машка, да? Нифига ты жопой виляешь, Машка. Так, а пугающее сходство. Познакомиться с Марией. Oh, да пойдем, пойдем, пойдем. Хе, пойдем. Пойдем. Давай, погнали. Фига ты попцом виляешь-то, нифига себе. А нормальненько так. О, а ты бегать умеешь. Ну, погнали. Игра, кстати, лагать перестала. Охренеть. После заставки. Ну как лагать? Сюда. А теперь открыто здесь. Strange. Странно, я буквально готов. What? Что? Что случилось? I know. Нет, ничего. It's nothing. Да договаривай уже. Ладно, пошли направо сначала, посмотрим, что здесь. А здесь же у нас карты парка самого нету, да? Ну да, карты парка нету. Здесь чисто так вот ходить, бродить придется. Это место, что оно из себя представляет? Просто особое место, где всегда проводили время парочки. Проще будет показать. Опа, фотка, 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 фотка. Еще одна. Прочитать. А, дом так далеко. Хорошо. 14. Блин, ну только не говорите мне, что их 14 фоток. В принципе. А я нашел только пятую. Прикинь, 14 фоток. Обосраться, блин. Я уже пропустил до хрена. Не, ну не должно быть их 14. Это что-то чересчур много. А, шахматы, прикольно. У меня, если что, еще фонарик зажжен. Я с фонариком включен обхожу. Всем в глаза свечу. Есть что? Нет, ничего. Выход, походу. Ну, давай сначала здесь прогуляемся, соберем все. Может быть, где-нибудь еще шприц найдем. Может быть, где-нибудь найдем еще бутыльки. Что-нибудь почитаем, кстати. Кто это? Просто женщина. Убитая ни за что, хорошими, всеми уважаемыми людьми. What do you mean? В каком смысле? В истории это повсеместно. Жертва мских гонений Джен Кэрролл жила честно и достойно, да не забудут ее во веки веков. Интересно. А почему ее какие-то уважаемые люди взяли и убили? Что-то как это не могут уважаемые люди кого-то убить. Я просто к тому, что это неуважаемые автоматически люди становятся. Опа, я же говорю, тут что-то есть. О, бутылечек один взяли. Сейчас обойдем тут все, посмотрим. Тут и сюда. О, женский. А, нет, мужской наоборот. Это в женском был. А, здесь закрыто. Однако, ладно, пошли сюда. Мать и дитя. Ха, прикольно. Хочешь отдохнуть? What? А, нет. Я просто, извини, я что-то задумался. Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. Ничего, если ты хочешь чем-то со мной поделиться, чем угодно. No. Нет. Let's just просто пойдем. Keep moving. Да, действительно, что это мы? Ми, ищи.
То есть я и она. Хм, прикольно. Взяли, попортили скамейки, вырезали всякую фигню. Всякую фигню вырезали на скамейках. Фига тут целый лабиринт, действительно. Ага, а вот теперь можно по центру пройтись. Здесь по центру ничего нет. Все, весь парк обошел. Вроде все собрал, все прочитал, все, что здесь было. Погнали. По-моему, мы в этот парк еще будем возвращаться по сюжету игры, что-то выкапывать, если я не ошибаюсь. По-моему, оно так как-то и было. Мы вышли уже из парка, да? Ну да, типа вышли. Блин, да все закрыто. Ага, можно пройти через мотель. А, здесь что ли? Разбей ты его. О, вроде бьется, но при этом не бьется. Ха, вроде бьется, а не бьется. Это как это? Так, через мотель. Ну да. Ты когда-нибудь останавливался в подобном месте? Стены такие тонкие, слышно абсолютно все. Любовь, ненависть, ревность. И даже анимацию сделали, когда она говорит. Эй, ты чего? Посмотреть, может, что-нибудь ценное есть. Что так спрашивает? Опа. Опа. Я потому не мог зайти, там завалено все. Блин, серьезно. Пароль. Бляха, муха, пароль. Так, пароль. Если что, я чиню трубы в 107-м. Хорошо. Молодец, чини. В 107-м. Надо в 107-й сходить. Я понял. Возможно, найдем пароль. Ладно, пошли в 107-й. Ну, 107-й, это значит, на первом этаже где-то должен быть. Ты меня напугал. Фига ты акаешь. Так, это 102, 103. А что тут все прям по зак... подожди, ну-ка. А чё? Так перелезь туда. Тут ты, блин. Перелезть туда нельзя. Ну это нереалистично. Я же стекло разбил, да что ж такое-то? Нет предметов. Так, заперто. Странно. А что странно? Почему странно? Я не важно. Дай подумать, как открыть. Как ключ найти? Будь добр, в следующий раз предупреди. Так, ну мы до 107-го почти добрались. Опа! 106 открытый. Уютно. Это номер, а с ним что-то жуткое творится. Пойдем отсюда. Чем бегать от этих тварей? Расслабься, Джеймс. Все ведь лучше. Не уверен. Так, лечилка. А почему ему его так напряг номер? Что типа с ним что-то створится? Номер как номер. Старый весь, вон все обои облезли, а так нормально. Как бы. Погнали дальше. Тут же, кстати, еще на второй этаж. Опа! Сохранится. А я что-то не заметил. Что здесь, оказывается, сохраниться можно. Так, Джеймс. Ладно. Да что такое? Ты как? Нормально. Нормально, я тут немножко подвис. Эй, ты как, ты вдруг застыл? Ничего, я нормально.
Серьезно, 107-й находится наверху? На втором этаже? Он же 107-й, не 200 же. Странно, ну ладно. Странно. Рядом с тобой не расслабишься, верно? О, сюда можно залезть. Да, со мной не надо расслабляться. Можно я войду? Тебя можно открыть. Ну давай. Ну давай, заходи. То есть через окно ты прыгать не будешь. Я понял. Why, thank you, good sir. Премного благодарен, да-да. А что-то в этом номере вообще нифига нет. Ну, кроме входа в другой номер, конечно. Так. Что это? Не, лечилки — это хорошо, что я насобирал уже. Я до хрена патронов? Ну как до хрена? Достаточно много насобирал. Это что такое? Записка из ящика для инструментов. 1380. Минус 1, плюс 1, минус 3, плюс 1. А, ну это несложно. 1 минус 1 это 0. 3 плюс 1 это 4. То есть с 0 4. 8 минус 3 это 5. Так, получается 4, 5, что ли? 0 плюс 1. 1. То есть 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. А, ну вот, все, понял, сложилось все. 0, 4, 5, 1. Так, потрошки. 0, 4, 5, 1. А вот и пароль. Да, блин, все закрыто. 0, 4, 5, 1. 0-4-5-1. Hey, как думаешь, мне бы пошло? О, конечно! Это же оригинальный костюм твой. Ты прикинь, это же ее оригинальный костюм. Ну-ка, дай посмотреть. Ну да, пошло бы вполне. А ты что-то, кстати, немножко это более такая скромно одета. Разумеется. Энтузиазма могло бы быть и побольше, но сойдет и так. Ну как бы да. Ха, ну как бы да, нифига себе. Оригинальный костюмчик ее. Из оригинальной игры. Ну да, он, кстати, более откровенный такой. Прям. Девушка в топике. Хорошо, ну погнали, что. Да хватит его разглядывать. Ты либо оденься, либо погнали. Че, тебя нажать никак нельзя, да? Ты пойдешь, нет? О, исчез. Исчез костюмчик у меня. Ладно, погнали. Какой у меня пароль-то был? 04 что-то там. Блин, а у меня из головы вылетел какой пароль. У меня из головы вылетело, подожди, сейчас. Он же записки. Во. Так, прочитать. 0, 3 плюс 1, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. Так, хорошо, давай. 0, 4, 5, 1. Гениально. А вот и ключ. Что? Где? Ух ты ж, ни хрен! Иди ты нахрен! Офигеть! Так, я в порядке. Вот это жесть. Вот это жесть, мать, была сейчас. Ха, ты в порядке точно, да? Охренеть. Так, а что у нас здесь сидела, эта манекенша? Ты мне жизнь спас. Да, нормально. Я рад. Yeah. Да, я тоже рада. So am I. Так, ну здесь кроме бутылька ничего нет. О, она закрыта. Как в Last of Us, когда фонариком на Эльку светишь, она тоже глаза закрывает. И здесь она рукой, нифига себе, прикрывается. Прикольно. Вот это нормально. Вот это. Кстати, загадка вот эта несложная была. Сложнее была с вот этими мотыльками. Непонятная загадка. Вообще нифига непонятная. Я ее не понял, как ее решать, мне пришлось подбирать пароль. Я нигде его не подсматривал, я именно подбирал. Чисто методом подбора его сделал. Так. Так, использовать, хорошо. Yay. Ура!
Куда теперь? Пойдем сюда. Сюда это куда? Сюда это куда? Так, а зачем нам вообще это было? Мы же могли по вот этой дороге пройти, разве нет? Или она здесь перегорожена? А, мы бы здесь не прошли, я понял. Опять? Ну как бы да. Ну как бы да, мало ли, может, что-нибудь лежит там полезно. Да, здесь мы прошли, я понял. Игра, кстати, подлагивать перестала. Реально, тот парк, он какой-то лагучий был. А здесь более-менее все. Так, подожди, а это где? А, особняк Болдуинов. Болдуинов. Это типа Алика Болдуин. Смешно. Ну, закрыто. Что это? Свечка. А зачем? Короче, зачем-то здесь свечка. Возможно, надо будет потом, в будущем. Да разбей ты его. А, то есть какие-то окна он может разбивать, а какие-то нет. Блин, ну это косяк. Ну это косяк. Какие-то окна можно разбивать, какие-то нельзя. Опа. Поговорить. Что с тобой? Ничего, все хорошо. Просто это место. Мне от него жутко. Не знаю почему. Ты была там внутри? Я не уверена. Но я как будто откуда-то помню этот дом. Как будто из кошмара. Ничего, не важно. Хрен себе, из кошмара. Так, ладно. Погнали дальше. Погнали дальше. Так, подожди, а мне нам вообще куда? Ну давай сразу тогда здесь глянем, что здесь происходит. Может, что-нибудь найду полезно. Но нет. Жаль, но нет, что-то полезного нифига нет. Слушай, Джеймс. Да. 3 года — это долго. Что ты скажешь ей, если когда ты ее найдешь? Что я ее люблю? О, повезло ей. Что за вопрос такой? Просто вопрос. Я же говорю, 3 года — это долго. Хе, видишь ты, блин, глаз на нашего Джейсона положила. Так, блин, попробуй толкни хотя бы дверь. Кстати, заметили, что врагов что-то нету на улицах? А до этого на улицах прям врагов было туйва куча. А сейчас нету. Опять? Да, опять. Не опять, а снова. Во-первых, я ищу всякие полезные вещи. Да, во-первых. Во-вторых, я смотрю, может быть, что-то где-то валяется полезное. Ты бы вот, мать, тоже были что-нибудь полезное искала. Патроны там, не знаю, еще что-нибудь такое. Аптечки какие-нибудь. А то ты без дела ходишь вообще. Как хвостик. И тебе еще защищать ее еще надо, кстати говоря. Так, сюда здесь нельзя. О, видала, я патроны нашел, еще 4. У меня сколько уже? 53 патрона. 53 патрона в запасе и 10 в обойме. Я экономный парень. О, это как это? А, похоже на детские рисунки. А, алло, это что за косяк? Перегороженный. Ну, мне кажется, это косяк разработчиков. Ну, не бывает таких крылец, которые... перегорожен. Там что-то тарахтит. А, машина, смотри. Заведённая. Вот это непонятно. То есть им вообще пофигу. Тут машина заведенная стоит. Прогревается. А у них ноль внимания. Ноль эмоций на это дело. Ну здесь хотя бы он, смотри, цепями связан. Типа
дверцы. Как типа дверцы, хотя зачем такие дверцы? Чё это? Strange. Странно. Раньше было, можно было пройти. Well, теперь нельзя. So, и что теперь? What now? Now we будем искать другую дорогу. Логично, блин. Вот и мать логичная. Пойдем. Вот, я же к машине подходил. Да перелезь, это же это сетка. Блин, рабица. А вот это жопа. А вот это бежать надо. Давай, 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 закрывай. Палку в хуйни засунь, чтобы они сюда пройти не смогли. Блин, единственное оружие. Да ты серьезно, он мое единственное оружие прохи. А, ну если только так. Труба. Ну труба, ладно, хорошо. Хорошо сойдет. Я надеюсь, она урона хотя бы больше будет наносить. Не отходи далеко. Здесь пусто. Во, вижу, вижу, вижу. Хе-хе, ползает, блин, жопа. Ползает жопа эта мелкая. Так, подожди, а мне куда надо вообще? Вообще непонятно, куда нам надо. Да ты серьезно? Ты еще будешь меня так делать, да? Сранцы. На нахрен. Столько патронов на них потратил. Здесь еще один ползает. Он уполз куда-то. Можно взять что-то? Нельзя. Один патрон, столько патронов потратил, мне дали один только всего лишь. Ладно, иди сюда. Они же раньше умирали с трех патронов. Теперь четыре патрона пришлось. Теперь четыре патрона пришлось тратить. Подожди, а там что было? Подожди, подожди, подожди. А туда, куда, который вот этот уполз. Давай здесь посмотрим. Здесь чего? О, видишь, я же говорю, ползал. Ну, потрошки, хорошо. Опа! Хе-хе, дурачок. Это дурачок. На, на. На, на, еще раз. Так, ладно, пошли сюда. Дай. Да блин! А, блядь! Эй! Где ты? Все, не уйдешь. Так, подожди, откуда он выбрался? Блин, там еще кто-то идет. Или не идет. В принципе, можно их не бить вообще на самом деле. А просто мимо пробегать. Идите нахрен. Идите нахрен, я вас не знаю. Ну да, их здесь можно тупо оббегать, на самом деле. И что-то собирать. Хорошо. Собирать, забирать, оббирать. Да ты серьезно, иди ты в пень, как тебя? Да иду я, иду. Блин, пришлось бутылек за этого. Вот зараза, выскочила, блин. Я ее в последний момент заметил.
кажется, мы спаслись. Ну, я хотя бы патронов насоберу. 6 обоев. Так, подожди, а давай здесь еще посмотрим. Может, здесь что-нибудь не валяется. Это шприц? Блин. Я обрадовался, думал, шприц валяется. Но нет. О, красная дверь. Мы, походу, пришли. Достала такой ключик. Добро пожаловать. Да заходи, давай уже. Грязь собрала. Взяла, грязь собрала. Мэри это... Точнее, нет, это не Мэри, это Мария. Хотя какая разница. Так, тут что? Короче, это какая-то комната с припасами, что ли, или что это такое? Шприц. Точно, шприц. Уже 5 шприцов. Нифига себе. Скоро буду, под конец игры, только шприцами буду лечиться. Насобираю их. Ну, будет забавно. Будет забавно, если так. Гримерка. Нормально. Гримерка с патронами и с фотками. Стриптиз-бар. Раз и все прочитать. Раз и все, да, действительно. Действительно, раз и все. 12. Нет, значит, все-таки не 14, а... Ты что, двери ты закрываешь, или? Дверь закрыта, что ли? Что-то тут как-то креп... Ноги куда-то пошли. Креповенько, как бы я бы сказал так. Ну, как бы да. Ну, это реально стриптиз-клуб. Охренеть. Куда пришли? А что она с животиком с таким... А что это живот такой большой? Обычно в стриптиз-клубах не такие животы, да. Я, конечно, там не был, я как бы не знаю, но как бы ну, догадываюсь, если что. Мария? О, станцевать решил. Действительно. What? Что? Come on, ой, ладно тебе, look. Не смотри на меня так. I was just kidding. Уже и пошутить нельзя. What is this? Что это? Is this... Это и есть твое особое место? Don't be silly. Нет, конечно, не глупи. Just have to go пойдем насквозь and have и все. А, это не оно, я думал, оно сюда нам все. Then again. С другой стороны, раз уж зашли. Can't we stay? Давай отдохнем. Хоть немножко. Just for a little while. Okay. Немного переведем дух, а потом пойдем дальше. У меня нет времени отдыхать. Mary could be out there. Что если где-то Мэри ждет меня? I know. Да, знаю. Просто. It's just...
Это место — один большой кошмар. Мне захотелось немного забыться, хоть ненадолго, прости, я... Ладно, давай. Ты смотри, женские чары включила. Прости, я не хотел. Ну, не чары, точнее, это вот это женское нытье. Видимо, я тоже уже устал. Джеймс, ты такой подкаблучник, ну серьезно. Я схожу с ума? Ну, думая, что она может быть здесь. Наверное, можно сказать и так. А можно и по-другому. И как? Это лучик надежды? Ну? Так звучит гораздо приятнее. Хорошо. Нормально, сейчас еще бухнем. Что ты делаешь? Поможет снять напряжение? Ну как бы да, немножко расслабиться в такой обстановке. Не хочешь? Точно? Ну как хочешь. За ВДВ. За неугасающую надежду. Ну давай, давай. Давай вторую тоже еще. Давай, давай. Ну че ты мнешься? Ну, блин, немножко можно было. Пойдем, наверное. Немножко-то можно было. Ладно. Стресс, так сказать, снять, ну, потому что реально какие-то кошмары, ужасы происходят. Ready when you are. Веди. Что-то он так это облизнулся. Так, ну хорошо, ведем. Так, а что здесь? Что-то можно быть. Так, подожди, подожди, я отсюда пришел. Давай сейчас обойдем здесь все быстренько. Мало ли, может, здесь что-то есть. Что-то. Я же говорю, что-то есть. Это что такое? Медсестры наряд. Нормально. Красиво. Красиво. Так, ладно, что еще здесь есть интересного? Ну-ка, давай. Давай, Джеймс, показывай мне своей башкой что-нибудь здесь. Что здесь есть интересного? А, ты станцевать можешь? Или не можешь? You gonna dance for me, потанцуешь для меня, здоровяк? Смеется. Я готова заплатить. I'd pay to see that. Ха, прикольно. Ну, это как бы, да. Так, а зайти сюда нельзя. Опа. А, прочитать. Бюро находок. Так, давай возьмем. Какое-то кольцо. Вот нашел. Бухлишка. Так, что еще здесь есть полезного? А что здесь реально в баре ничего не полезного нет? Это ты? А тебе так больше нравится думать? Как бы... Хм, прикольно. Что ты прикольно, она здесь работала. Нагай, судя по всему. Непонятно, что это. Ага. Ясно, понятно. Погнали. Если что, я готова уходить. Так мы уже все. Пойдем. Ладно, давай. Я здесь вроде все обыскал, оббегал. Ничего полезного нет. Ну пошли давай, погнали. А здесь бить можно? Нет, бить здесь ничего. Ничего не дают. Смотри, я вот кнопку нажимаю, не бьют. Если хочешь, зайдем сюда еще раз, когда захотим немного отдохнуть. О, вот это прикольно. Мне кажется, не стоит. Ну ладно, выбирать не приходится, правда же? Наверное. Наверное, не приходится, да. Опять, да, опять. Не опять, а снова. А мне кажется, или посветлело? Посветлело как-то прям
пояснил. Так, где... нифига, мы как далеко уже ушли. А, ну точно, мы там пробежали, потом туда попали. Куда-то сюда пришли в итоге. Ладно, пошли смотреть, что здесь. Что здесь и куда мы можем попасть. Так, подожди, показалось? Показалось. Я думал, что-то валяется. А вот сюда можно? Нет, нельзя. Он так каждый раз хыкает. Он бы еще как ведьмак начал говорить. Ха, зараза. Кажется, я начинаю привыкать к тому, что ты все ломаешь. Ну как бы да, да. Как бы надо. Надо все проверять, надо все смотреть. Мало ли что-нибудь полезное найдем. Неужели я не понимаю? Все уже недалеко. Это хорошо. Уже недалеко, это хорошо. Я проверил запись, идет ли, не идет ли. Все ли хорошо у вас. Мне вообще куда? Здесь тупик, давай проверим. Мало ли, может, что-нибудь интересное найдем. Да блин, чё машины все пустые? Реально машины стали все пустые. Ну ладно, пошли сюда. Игра, кстати, перестала подлагивать, и мне этого прямо вообще радует. Очень причем. Смотри, мы попали на ту сторону расщелин. Сделали небольшой крюк, но ничего, главное, пришли. Пришли куда конкретно? Сюда, увидишь. Так веди. Сюда, говорит, увидишь. Она, главное, сама никуда не ведет. Пришли. Куда пришли? Сюда, что ли? Так закрыто. Или имеется в виду туда, в ворота надо было пройти. Опять очередной парк какой-то. Опять они. А где? Ой-ой-ой! Кто? Да блин! Я-то думаю, кто это там, блин? Это тараканы, оказывается. Я уже во все стороны начал смотреть. Ха, искать их. Врагов, в смысле. И что он здесь делал, этот таракан? Здесь нет нифига. Что он здесь? Один охранял голову. Ладно, пошли в парк. В очередной. Видимо, мне сюда. Ну да. Ну-ка. Смотри, просто посветлело вон, смотри, солнце даже. Ну да, светло стало как. Туман как бы есть, но зато солнце появилось. Это неожиданно, на самом деле. Куда? В сквер? Не просто в сквер. Допустим. Не думал, что я здесь хоть раз был. До нее буквально... До нее? А вот это я что-то не помню такого. В сквер куда пришли. Who is she? Да кого нее? В наших краях рассказывают одну историю. Местная легенда. Про одну изгнанницу, которую приговорили к смерти на острове. Но один мужчина из города безумно в нее влюбился. Каждую ночь он втайне греб через все озеро с едой и любовью.
А она каждую ночь выходила на берег острова и с зажженной свечой, чтобы указать путь. Но однажды случилась странная буря, страшная буря. Она и свечу задул ветер. Даже во тьме он ни за что не хотел сдаваться. Он не хотел поворачивать назад. И боролся с бушующими волнами, пока в конце концов... Говорят, женщина не теряла надежды до самого конца. Каждую ночь выходила на берег. Каждую ночь зажигала свечу, чтобы указать дорогу любимому, чтобы он приплыл к ней. Не знаю, правда ли это или нет. Наверное, просто сказка. Ну, красивая сказка. Она стала, можно сказать, покровительницей бессмертной любви. Так возникло это место. Ее здесь нет. Что? Ее нет. Да из чего бы? Я не помню этого места. Это была ошибка. Зря я сюда пришел. Эй. Ничего. Можно проверить другие места. Это еще та... Это еще что такое? Давай. Фига себе, там кто-то заорал. Ну-ка, погнали. Блин, заканчивать время... По времени очень много уже. Запись у меня идет. Серия будет очень длинная. Длинная и долгая. Кажется, кричали в кинотеатре. Блин, одни заставки за заставками. Ты в порядке? Да. Может, лучше подождешь здесь? Ладно, я не очень люблю ходить в кино. Шутит, блин. Джеймс? Джеймс? Что? Будь осторожен. Да. Беспокоит, смотри-ка, нифига себе. Фу, как скучно. Это совсем не скучно. Орала, как резаная. Видела бы ты себя. Я же говорю, там была крыса. Как прыгнет на меня из-под кресла. Если бы она на тебя прыгнула, ты бы тоже заорал, жердяй. Эй, ты чего обзываешься? А почему ты тут? Ты же говорил, что за тобой гонится полиция. Не, они меня не отстали. Плюс я перекрыл вход, так что сюда никто не пролезет. Ни полиция, ни эти твари. Ты странный. Угу. Мне все это говорят. Это Эдди, скорее всего. Ну, мне тоже говорят, что я странная. А еще они на меня кричат. Особенно, когда я не слушаюсь. Ты тоже не слушался? Из-за этого полиция за тобой на тебя разозлилась? Не знаю, может быть. А почему ты просто не извинишься? Я всегда так делаю. Они не послушают. Меня никто не слушает. Так, все, разговор, видимо, закончился. Ха, прикольно. Так, ладно. Ты тоже это слышала? А, действительно, нифига он тут все завалил. А, закрыто. Да блин, что тут такие огромные помещения? Все изучать надо. Есть что? Нет, нифига. В
Главное, дофига всего, и при этом все... А, нет, что-то есть. Патрушки. Сколько у меня патронов? У меня 60 почти что патронов в запасе. В запасе. Фига тут туалеты огромные. А с другой стороны, это кинотеатр. Здесь должны быть огромные туалеты. Я имею в виду, что намного кабинок, много людей. Опа, патрушки. Да возьми. Да возьми. О, нормально. Нормалек. А давайте, наверное, на этом моменте мы с вами эту серию и завершим. А, все потому, что уже и так серия довольно-таки долгая, довольно-таки продолжительная. Давайте на сегодня хватит. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать это и другие видео. Не забывайте про то, что есть теперь ВК-видео. Теперь видео выходит в ВК, можно смотреть там, не только на Ютубе. Также не забывайте подписываться на ВК Play Live, не забывайте подписываться на ВК-сообщество, не забывайте подписываться на Телеграм-канал, кстати говоря, где выходит оповещение о новых видюшечках, стримах, и где я периодически пишу что-то о своей личной жизни, а также Twitch и... Добавляйтесь в друзья в Стиме. В Стиме выходят тоже так же стримы, когда они, в общем, выходят. В общем, как-то так. Всем спасибо, всем пока.